Прирожденные белорусы. В Мозыре на День независимости появились на свет четверо малышей. Три девочки и один мальчик. Активисты общественной организации «Беларусь» дали мамам немножко, так сказать, акклиматизироваться в новом статусе, а уже после пришли поздравлять теплыми пожеланиями и полезными подарками. От нашей организации, от наших активистов разрешите поздравить вас с этим замечательным днем. Пожелать вашим новорожденным крепкого здоровья, благополучия, чтобы они вас по жизни только радовали. У Анастасии Мисевич первенец – настоящий богатырь. Мальчик, которому дали имя Павел, при рождении весил более 4 килограммов. Конечно, очень сильно рады. Мы родились большие – 54 сантиметра. У Анастасии Сидневой 3 июля родилась малышка. Такое попадание, как праздник в квадрате, всегда приятно. Но все мамы сходятся во мнении. Число не важно. Важно, чтобы здоровенькими были. 3,270, 51 сантиметр, назовем Эмилия. Главное, что родилась крепенькая, здоровенькая, а какой день без разницы. Поздравлять белорусов, которые появились на свет в главный государственный праздник, это уже традиция, причем весьма приятная. Человек, который только, можно сказать, увидел своими глазами первый взгляд, первые вздохи, увидел нашу страну, и тут же государство обратило на него внимание, пускай небольшой, но получил сувенир, памятную открытку. Я думаю, это будет память для этого гражданина на всю жизнь, потому что он родился в самый главный государственный праздник. Кстати, в Мозырском роддоме нет праздников и выходных. Суть работы такова, да и природе не прикажешь. Всего с начала года здесь появились на свет более 1000 малышей. Виктория Синицкая, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь».